Не надо. Всем привет, это игра... Этот, ап, что-то там, ап, что-то там. Пи-стоп. Короче, я не знаю. Я быстро начал играть в эту игру. Я знаю, что за игра... Или не знаю, что это за игра, погодите. Я... Или это не она, стоп. Я первый раз это вижу вообще, что это? Так, это не то. Я... Привет. Стоп, стоп, проверим. Должна быть та. Блять, мистер. Мистер и сосистер. Да мистер, блин. Ладно, допустим. Так, что-то подобрал, наверное. Ага, это двери. Да-да-да, это она! Это она, это она, это она, это она. Тихо, не надо. Так, я не понял, что здесь делать. Но она изменена, кстати. Короче, смотрите. Где? А чё? Excuse me, давай. Блять. Ты знаешь, где стил? Какой стил? Иди нахрен! Блять. А что? О смысле? Так, триагаль. В общем, вы поняли, что за игра, она очень интересная. Кто понял вообще, что за игра, чат? Кто понял, что за игра? Это очень реально должна быть интересная. Должна, почему должна? Реально должна интересная игра. Блять, почему должна-то? В общем, надеюсь, вы поняли, что за игра, мы должны что-то делать. А, мы должны, походу, брать из машины, да? А? Нет? А, вот, или нет? Ага, вот. Эмпти. Что за эмпти? Где? Кого? Да кого? Да что, блядь? Типа Икей? Да ну нет, ну там Винди, короче, посмотрите. Вот там название этой игры вбейте и Винди. Поймете. Stock Up, вот. Вот это вот. Stock Up и Винди напишите. А я не понимал, меня поймал. Типа я вообще не должен ему помогать. Эмпти. Эмпти. Где? Здесь должны быть таблички, где написано что-то. Это оно? Ебаный рот, вот, видите? И что? Ага. Нет, не ага, блядь, не понял. Так здесь еще нету. А, я должен загружать наоборот. Все, понял. Все, мы поняли. Загружаем. Все, все, все. И что? Нет! Нет! Да и какой excuse me, ничего не excuse me, все хорошо. Да пошел ты нахрен! Excuse me, блядь. Ага, то есть нет. То есть я должен куда-то еще тащить эту кроку, прикольно. Ну вот, искать знак, типа сюда. Нет. Нет, нет, все. И что? Ебать, я посрался. Так, и... Ага, и... Не, excuse me, нет! Нет! Став. Какой став? Вот, сюда. Да ёб твою мать! Да я же помог, типа! Я смотрел Винни. Вот, хорош, молодчинка. Это игра, где... игра, где раз... Где байда работа, менеджер, магазин, сумасшедший. Да-да-да-да-да, хорош. Вот, вот лучшие люди. Молодцы. Так, я не понял, блядь, о смысле? Ну он просит, ты что, блядь? Здесь в оригинале... В оригинале хотя бы подписано, а здесь ни хрена. Так, ладно, похуй. Погнали. Загружаем, просто, блядь, загружаем. Быстрее, 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 быстрее. Бля, ну это сложно будет, кстати. Ага. И что, фул, и что? Понятно. Так, и что, и что, и что, и что, и что, и что? Не, ну правильно я должен сюда пойти и загружать. Так она не грузится. Она просто не грузится. А! Выкидывать надо, прикиньте. Выкидывать надо, короче. То только увидит. Как только увидели, вызывает. Да, почему так, непонятно.
Так, окей. Загружаем. Быстрей, 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 быстрей. Выкидывать на это, да? Нет, а как? Ага, как-то выкидывать, короче. Надо $60. То есть всего лишь что, всего ничего. Пошел нафиг! Не excuse me. Куда? Сюда надо. Давай, 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 давай. Я коробку не взял! Нет! А, ага. Вот там, да, постой. Блять, палево все равно. Все равно палево. Все равно палево, ну ладно. Пожалуйста. 16! А почему 16? Откуда он выйдет? Окей. Да куда ты, блять, выкинул? Или сюда надо? Да ты... Вы специально, да, блять, это сделали, чтобы я помучился больше? И где? Ага. А! То есть я случайно как-то вышел, да? Все. Все, 4. 4. Лучшие покупатели. И все! Или нет? Все? Это все? Левел комплект? Это все? Это все? Вид у вас неприятный. Фу. Это все? Ё-во-ё. А смысл мультиплеер, если это реально слишком легко оказывается все-таки? Пета, пета. Это хоррор, меня очень-очень давно... Токио. Меня очень-очень давно просили его снять. Мы очень-очень давно в него заходили. Вот, но я не снимал его и даже не поиграл почти. Что буквально минуту посидел и все. Всем привет. Это у нас Гигачат, мои подписчики, и Некромансер, и... А, все, три же игрока. В общем, да. Так. Пока не совсем знаю, про что эта игра, что здесь надо делать, но я зашел в какую-то комнату и собираю монеты зачем-то. И... Вроде бы здесь подушки же можно двигать, нет? Да, подушки можно двигать. Зачем я это делаю, я не знаю. Прятаться в шкаф можно. Хорошо, учтем. Так, окей, если будет монстр, то сразу что прячется в шкаф. Ну, если он, знаю, побежит там, я не знаю. Так, открываем. Куча шкафов. Деньги. Какой-то сундук, который не открывается. Может быть, нужен ключ? Что за звуки? Так, отлично. Мне пока вроде нравится. Ну, такой нормальный, более качественный хоррор для Роблокса. А, свет включать можно? Серьезно? А, поверьте, подушка у нас же есть. Можно смотреть, посматривать под подушки, но здесь ничего у нас нет. Если лагает, простите, пожалуйста. Вот. Я чат буду редко читать. Хотя тут особо ничего не пишет, и опять видео стеда на стриме. Так что да. Почему когда он двигает подушку, мягкую, наверное, подушку якобы. Но звук такой, будто мы двигаем камень. Прикольно, да? Почему ты показываешь, что не надо идти? А что? Он, не знаю, Гигачат сейчас показывает, что типа идти туда нельзя. Так, сейчас зарядку поставлю. Все, идем. А, бегать можно. Там уже лестница на второй этаж. Там что было? Точно есть! Все нормально. Привет, Гача. А, у нас задание. Find the box. Получается, бокс мы нашли, и ключ нам надо найти, получить ключ. Можем идти за ним на второй этаж, верно? Так, мы нашли ключ. Так, окей, деньги. Теперь, ой, ключ. Точнее, бокс. Теперь надо находить ключ, я так понимаю. Он, по-моему, там снизу, да, ходит? Блять, прятаться-то где? Сука! А мне где прятаться? Он занял мое место. Тихо, 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 тихо. Вон он. У тебя такой голос приятный.
Почему потемнелся? Блин, ебать, было бы стрёмно, сейчас был какой-то скример. Я бы обосрался. Так, окей, продолжаем. Ну, спасибо большое. Ага. Ага! То есть могут стоять столы, за которые, может быть, что-то есть. Клёво. Продолжаем искать. О, я нашел ключ. Open the box. А он снизу, да? Бокс у нас снизу как раз. Так, я все равно дойду. Я дойду. А, я устал, прикольно. Ничего, я успею. Там будет какой-то шкаф, сейчас позаныкаюсь. А бокс-то здесь, по-моему, нет? А он сверху идет теперь, кстати. Так, это хорошо. А где бокс-то? Быстрее бокс надо искать. Здесь. Да-да-да. А как? Так он сюда подходит. Нормально все. Все? Ну, по идее, пропадают эффекты, получается все. А как? А, у меня в руках ключ. Все понял. Мне дали записку. Пета-пета. И что мне делать с этой запиской? Я могу ее клеить. Погоди, а мне типа ее надо ему на проходе повесить или что? Place the Afuda Hallway. Как переводится Hallway? Блин, я не помню, я не знаю. Перевод можно, пожалуйста, он здесь есть? Коридор! Ага, все, понял. Сейчас он подойдет, смотрите. Что произойдет? Все, он пропал. Стоп, мне кажется, так не должно быть. Деактивировать. А так не должно быть! Он пропал просто на этом моменте. А вот это ряд плохо. Нам придется ждать, получается. Давайте его ждать тогда, окей. Такой звонкий. Нет, не про... Опа. Я хочу посмотреть, что произойдет. Вон идет, да? Да, вон идет. Отлично. Проверим его реакцию. Проверим его реакцию на... Во! Что-то произошло. Все? Это конец игры? Пета-пета взорван. Найдите коробку. Нет, не конец. Снова? Сейф? Найдите сейф, задание я нашел. Прикольно, как выйти? Охренеть. Вот это да, игра становится интересней. За этой может быть что-то находиться. Но, кстати... А, нет. Не всегда. Прикиньте. Интересно. Так, окей, здесь выбиты уже двери. Продолжаем по своей лучшей поиске предметов. Ага, деньги. Ну, деньги нам не нужны. Нам надо проходить игру. Нафиг нам деньги. Сундук. Что, звук был? Найдите бумагу с кодом. Ага, коробку нашли. Хорош. Не знаю, кто нашел, но хорош. Наверное, я не знаю, либо он. Теперь найти бумагу с кодом. С кодом или кодом? Не знаю, как правильно. Деньги. Окей, получается, всего лишь найти бумагу. Ничего сложного. Вроде как, легкая игра. Я не вижу в ней плёха. Я не вижу в ней препятствий. Деньги. Прикольно. Я что-то слышал. Вы слышали? Я слышал, а вы? Так. Код, кстати, может быть прятаться почти везде. Не знаю где, но где-то везде. Да. Какой я молодец. Гениально. Нашел? Нет, не нашел. Так, идем дальше. Получается, поднимаемся уже выше. А что будет, если монстр заспавнится прямо на нас? Только может быть? Мне кажется, да. И это не очень хорошо. И вот здесь денег! Давай ты в правую дверь. Давай ты в правую. А я в левую. Чё за звуки сейчас были? У меня еще какой-то эффект будто еще сработал. На нихера у тебя. А!
Похер, я пока полутаюсь. Охренеть! А вот это стримота вообще-то, кстати. А вот это стримота! Деньги подобрал. Я могу пройти дальше? Не знаю, это сыкотно. Я здесь побуду. Так он подходит. Тихо, все нормально. Так, я выхожу. Ничего же не будет, если я просто выйду, да? Окей, иду дальше. Все, он вроде бы устал. Отлично. Ничего. Наверное, довольно-таки интересная задумка все равно. Хотя вроде как бы, вроде чего-то, хотя может интересно, а может... Ага, деньги, я думаю, так вот. Может интересно, может интересно, не знаю, короче. Ну, неплохо, так, нормально. Нормально, давайте скажем, да? Игра... Ибо. Игра неплохая. Так, ну, когда пока вообще... Куда? Блять, что правильно это будет, я не знаю. А мы уже вернулись обратно, что в смысле? Это что? А, текстура просто поломанная. Так, снова подумал, это деньги, вот это деньги. Так, а где код? Но мы-то мы, походу, еще не обратно вернулись. Мы же были снизу, верно ведь? Да, это мы не обратно вернулись. Я зато нашел коробку. Мне еще написали, короче, что код может быть на стенах. Ну, знаете, просто если нам придется заново все это проходить, ради... чтобы найти код на стене, это не очень классно. Но я так и не нашел код, окей. Сейчас он опять сюда вернется. Он стал быстрее, с каждым разом, походу, становится быстрее. Насколько игра долгая, вопрос, интересно узнать. Насколько она большая? У меня есть некие подозрения, что игра на 40 минут. Ну, 40-50 минут где-то примерно. Так, сейф есть, а код где? Код может быть, кстати, за шкафом, так понимаю, может быть вообще везде, походу. Он обратно возвращается, что ли? Блять! Он что, обратно идет? Просто здесь шкаф сломан был. Так, все, он устал. Код может быть на стене, ё-моё! А мы уже просто еще раз обходим все и нихера вроде не нашел. Ну что это за звуки, народ? Неужели все надо заново искать? Вот интересно, знаете, как еще выглядит бумажка с кодом? Как выглядит бумажка с кодом? Блять, здесь кабу. Мне такое чувство, что мой напарник здесь сидел, лутал, но нихера не лутал. Это код? Нет, это не код. Просто что-то. Так, ну и где код тогда может быть? Окей. Блин, одному стало на самом деле напряжно, я вам скажу. Вот одному стало напряжно. Да ты задолбал. Окей. Ощущаю теперь эту игру. Насколько игра долгая? Чат, насколько игра долгая? Кто знает? Я вылез, мне еще только трясануло, будто он сейчас обратно вернется. Было бы неловко. Я нашел! Вот он. И чё? Ну вот же код. Найдите помогу с кодом. Вот он. Так, окей, смотрите, короче, запоминаем. Сейчас он обратно вернется. Я нашел код, все, он на стене у нас. Прекрасно. Но его брать нельзя, я не знаю. Задание вроде у нас не выполнилось, но я нашел код. Но он не берется. Верно, надо просто написать в код сейф и все. Две палочки и писька.
Две палочки и писька. Отлично, запоминаем. Думаю, легко запомнить. Только где вот теперь у нас сейф? По-моему, здесь, да, наверное. Вот. А, здесь у нас должна быть. Ага, вот, две палочки, и здесь у нас две письки. Где они у нас? Так, стоп. Давайте перевод обратно. А то у нас все поломалось. Вот она. Еще. А, open. Все! Хорош! Ключи! Бляха! Open the box, теперь надо найти коробку. А где коробка находится, я не помню. А, здесь я вспомню, надо идти назад. Надо идти назад, он будет где-то сзади. Коробка будет где-то сзади. Здесь! Отлично. Повесься, блядь! Все. Как это будет выглядеть, интересно? Так, так. Превью-то дай мне сделать. Ладно. Ладно, мы прошли. Еще одна? Так, ребят, ладно. Я думаю, на этом пока что мы закончим с вами видео. Оно очень долгое. Игра очень долгая. Превью я достану где-то с Ютуба, короче, не знаю, какому-нибудь видео. Чё, ой. Превью достану с какого-то другого видео. В общем, игра реально довольно-таки неплохая. Думаю, мы еще как-нибудь с нее сыграем. Люблю вас, пока. Всем пока, с вами был Экстракот. Удачи, пока.